Ребят, здорово, с вами как всегда канал Смотри и Завидуй. Сегодня нам на ПТС закинули новое обновление Арсенал Отаку. Событие выйдет у нас скоро, новенькое, вот оно. Выглядит оно вот так вот, в виде аниме. Арсенал Отаку продлится почти 30 дней, это месяц. Давайте посмотрим, что у нас по наградам. Магазина у нас так и нету у нас его. А очки нам черного рынка, монеты, как и было, так и осталось, подняли нам их, так они и остались. Смотрим, что по наградам у нас. Ну, оно такое простенькое. Так, сколько у нас наград? Кьюбазеха аниме, уже 3000, не 4, а 3 уже стало. Аниме будет Кьюбазеха, первое оружие. Так. Потом вот тут пушки аниме, ну и потом. Вторая, панцир аниме будет. Тоже 3000 вот. Это вторая награда. Так, так, так. Третья. О, вот новая ППшка. Так что лучше не крутите, оно в событии пойдет. У моей сав 200 аниме. Тоже третья награда. И, наверное, снайперка, как всегда. А, ну да, и МЦ Астарта аниме тоже. 4 награды будет в событии по 3000. Карточка, ну, черного рынка надо получить. Теперь смотрим, какие у нас будут серии здесь можно будет получить, купить за фиктивную цену. Что у нас тут? Камуфляжики будут. Рагнарок, стая. Потом можно вот получить нашивочку такую будет. Ну, ж бабочку пурпур. Ну, всякие камуфляжи, сладкая месть, аниме. СВЧ, наверное, тоже тысяч за 7000, наверное, будет. Кобальт аниме. Еще будет, ну, детальки, как всегда. Инженера отряд конкистадоры, у меня они все есть, разные вот камуфляжики. Пирит, Дейма, стая и Далго. Стражник будет оружие серии. Еще камуфляж Сатурн, Якудза, Коготь, Синдикат. Ну, это уже нож керамбит и дал, и дальго, и дальго. Камуфляж сладкая месть вот на старой пушечке. Так, что тут еще? Так, камуфляж синдикат берета будет. Ой, Ахелион аниме будет, кобальт аниме будет. Ну, короче, аниме, событие такое. Аниме бабское будет такое событие у нас. Ну, вот так вот, ребят. Такое мини-маленькое событие. Попозже выложу ролик, покажу, сколько же все-таки карточек надо сюда потратить, чтобы забрать все эти 4 награды. Так что не забывайте, ребят, подписываться на канал обязательно, ставить лайк, писать, как вам это новое событие, такое маленькое оно. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.